Приветствую вас, мои дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад». О, Аленушки, тема сегодняшнего видео пойдет о изящных растениях, которые дают нам цветочные водопады. Сегодняшнее видео начну с такого растения, как дихондра. Это многолетнее вечно зеленое растение, которое, конечно же, сохраняется у нас в квартирных условиях зимой, а летом украшает наши балконы, дворики. Отличительной особенностью этого растения является наличие ползучих стеблей, которые достигают в зависимости от сорта до 1,5 метра. Дихондра ценится многими цветоводами благодаря своей высокой декоративности. Ее выращивают как в открытом грунте и также используют многие в качестве ампельного растения. Размножать это растение можно как вегетативным путем, но и также семенным. Это растение я вырастила из семян. Здесь в объеме 8 литров находится 4 растения. Но в связи с тем, что был проведен поздний посев 23 января этого года, если бы я посеяла пораньше, то, конечно, сформировались бы плети плотные. И тогда емкости не было бы видно. Поэтому, если кто будет выращивать дихондру, конечно, сейте ее пораньше, чтобы мог сформироваться такой шарообразный, вниз свисающий кустик. У меня дихондра не серебристая, обычная зеленая. Вот такая красавица. Друзья, хочу вас познакомить с следующим растением. Это пилея монетолистная. Стало это растение украшением моего дворика. Покупала я это растение черенком. Заметила, что культура очень устойчива к засухе, что дает нам надежду на успешное выращивание даже забывчивым цветоводом. Сейчас она мне будет тоже в квартирных условиях выращиваться в зиму. И надеюсь, что все хорошо будет с зимовкой. Я его размножу черенкованием ближе к весне. И вот такая красавица будет продолжать украшать на следующий год мою зону под навесом. Неприхотливая, выносливая. И главное, с легкостью размножения и выращивания. Это декоративная красавица. Еще одно привлекательное, очень декоративное растение называется Колизия ползучая. Привлекательное растение, которое несложно выращивать в квартире, в офисе, сохранить ее в зимний период, а летом украсить свою зону под навесом, либо дворик, балкон и так далее. У меня было два растения, находились в горшках 12 литров. Одно растение полностью я с этим горшком занесла в квартирные условия, другое разделила и продала. Очень хорошо делится отводками, также укореняется черенками, то есть неприхотливое растение. Для цветка характерны ползучие, а также прямостоящие стебли, которые могут образовать такой вот густой шар, густые заросли. На сегодняшний день имеется несколько видов сортов колизии, есть даже лечебный вид. То есть, не стоит забывать, что растение обладает и вызывает аллергическую реакцию, поэтому осторожно. Цветок сам по себе очень декоративный смотрится, непривередливый. Если соблюдать правильные условия выращивания, то можно украсить и квартиру, и также украсить свой дворик, свой сад. Особых условий выращивания нет, поэтому обыкновенный грунт и полив. Ну а вот эта красавица тунбергия, которую я вырастила из семян, изысканная лиана тропического происхождения. Она относится к однолетним растениям, способна за короткий промежуток времени разрастись из маленького совсем зернышка в эффектный куст с красочными бутонами цветоносами. Друзья, вырастила это растение из семян. Семена заказывала в интернет-магазине op6.ru, ссылочку оставлю под этим видео. Кстати, там сейчас есть еще этот прекрасный вид растения, тунбергия. Поэтому проходите по ссылочке, заказывайте не только это растение, но и выбирайте различные цветы, овощные культуры. Все по вашему вкусу. Итак, эта цветущая лиана широко распространена в садовом дизайне.
поскольку позволяет преображать ландшафт с минимумом физических и финансовых затрат для получения отменного результата, конечно, в приоритете выращивания из семян, что подразумевает ряд нюансов. Выросла очень быстро, оплела стойкий под клематисы, имеет очень длинные плети. Я сглупила, что в этом году поставила вдоль вот этого старого забора еще петунью. Ее лучше убрать, чтобы тонбергия хорошо оплетала стену, либо какую-то ставить вертикальную опору. Но я думаю, если бы была у меня арка, то это растение смотрелось бы превосходно. За весь сезон дала множество цветоносов, то есть постоянно цвела без перерыва, друзья. У меня несколько было оттенков, но яркая вот такая абрикосовая, желтая, это стала любимица из всех расцветок, что у меня были, потому что была розовая и белая, но все же ярко-оранжевые, вот такие солнечные, яркие цвета, они смотрятся, мне показалось, лучше. Неприхотливая, подкормки за весь сезон я никакие не вносила ни одного раза. Полив и, в принципе, весь уход. Из семян всходы появились очень быстро, друзья. Как я сеяла, есть у меня видео на моем канале. Проходите, если интересен такое растение, проходите в плейлист «Всходы, посевы, пикировка», и можно найти видео, где я выращиваю вот такую красавицу. И на следующий год я обязательно хочу видеть в своем дворике это растение как тунбергия. Тем более ухода за рассадой не составило никакой трудности. При желании я вносила, но это можно делать и стимулировать рост рассады стимуляторами роста и подкармливать на ранней стадии азотосодержащими подкормками, чтобы растение росло быстро. Пока что есть, друзья, в интернет-магазине op6.ru и желтая расцветка тунбергии, и оранжевая. Проходите, заказывайте. Ну вот и все, друзья, что хотела вам сегодня показать, рассказать. Есть очень много различных красивых декоративно-лиственных растений, которыми с легкостью можно украсить любые зоны, либо это сад, зона под навесом, беседка, лоджии, балконы. Главное, чтобы была любовь к цветам, представление этой красоты. Ну а у других садоводов, цветоводов мы всегда учимся, находим что-то новенькое и применяем в своих садах, в своих участках. Понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю, друзья, здоровья, мира, добра, удачи и до новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока!